Я уже посмотрел, как ты же там взорвался. Капец, это вообще будет шоу. Так. Капец. Вот это не глупец. Так, давайте еще раз гранат. Ядерные шарики. А вот этот... Сейчас мы его отметим. Так. Так, все, себе сваливаем отсюда. Или нет, давайте положим назад, чтобы копань, чтобы они не спалили. Еще опять повеселились. Так, ладно, сваливаем отсюда. И всем привет, ребята, с вами Транспасик Груда. Сегодня я его выспался круто. И сейчас пойдем гулять. Так, ладно, пойдемте гулять сегодня. Так, ладно, пойдемте гулять. Так, закрываем двери. О, какое хорошее настроение. И... Стоп. Ребят, вы это тоже видите? Только не говорите, что это ядерная шарик прилетел. Ядерный шарик? Да вы издеваетесь, что ли? Что за день такой непролетный, блин? Да что ж ты делаешь? Что за день? Меня дурят. А, это интернет. Потому что опять бах, блин. Как это вообще произошло, ребят? Опять. Ну, житель. А, не хочешь разговаривать. Ладно, давайте посмотрим, что там. Так, идем. Ёшкин, блин! Так, что там? Нифига! О! Я в шоке. На ядерка прилетел шарик прямо на рельсы. О! Как? Как он вообще прилетел на рельсы? Сейчас... И, блин, еще поезд приедет, что нам делать? Капец. Так, надо посмотреть по расписанию. А, не, он тут не будет ездить. Он приедет завтра. Он просто туда поедет. Капец, ну это что такое, я не понял. Опять ядерка шарик, блин, прилетел. Это надо уже откладывать, блин. А как? Как он прилетел? Как? Надо пожарных, блин, вызывать. Что за день такой? Что у меня в деревне творится? Мне уже устали уже. Ну нет, я буду переезжать скоро. Я буду переезжать. Все, я уже устал. Я все, нажился тут. Я уже давно тут живу. Где-то один месяц уже. Я уже хочу переехать уже в Москву. Там вообще нет бахи. А вот тут почему? Всегда тут что-то происходит. Ну все, мне это надоело. Это уже не смешно. Это не смешно. Надо в границам пойти. Русская! Я не понял. А что вы не охраняете границы? Я не понял. Что за фигня вообще? Я не понял. Да мы охраняем. Мы не знаем, что за фигня творится. У нас ядерки пропадают. А это не вы запускаете? Или это вы? Я вас буду жаловаться. Да не мы. Мы вообще-то в Украине хотели запустить. Ну, мы посмотрели камеру видеонаблюдения. Это украинцы сделали. Наши ядерки взяли. И туда запустили. Всегда будут. Да когда вы уже их уже нападете, я не пойму. Я буду скоро переезжать. Успокойся. Да как успокоиться, если они запускают прям... Говорот. Почему всегда говороди, которые запускают? Да мы не знаем, как это вообще решит. Да я уже не могу, я скоро приеду уже в Москву. Да Москву тоже бабахнуло. Капец! Вы меня достали. Все. Давай, я уже переезжать хочу. Уже.
Мне уже это надоело, я не хочу говороде это уважить. Постой! Что еще? Вот мы будем защитник, который будем лаву поставить. Они точно не проберутся. И наверху поставим барьеры. Наконец-то что вы так решили. Капец, надо это тушить. А, у меня есть, думаю, волшебная палочка. Он так и сделает. Так, ладно, пойдемте. А можно пораженных вызвать? Так. Блин, пораженные сегодня не приедут. Они завтра приедут. Да что ж у меня за выходные такие. У меня есть плохие новости. Он разрядился, который... Волшебная палочка. Но не разрядился. Батарейки сели. Да что за день такой? Ну ладно. Что нам придумать вообще-то? Как это вообще решить? Так, остановили время. Так, все, мы остановили время. И так надо все это исправить. Фосу! Так, все, мы уже это сделали. Так, дыма уже нет. Так, все, надо уже время. Я вообще это не понимаю. Я вообще тут. Стоп. Так. Что он подчинился сам? А не, это что за троллинг? А как? А как это вообще произошло, ребят? Я не пойму. Это что за фигня? Он подчинился. Все, ладно, пойдемте. Уже домой. Да, ура, отдыхать. Ладно, с вами трансляция города. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, с вами трансляция города. И всем пока, ребята. Настроение у меня хорошее.